Меня зовут Евгений. Я скажу так, что это было для меня потоком на таком уровне ощущений, да, потому что я не старался включить как бы ум. То есть я почувствовал идею, то есть сама идея вот этого проекта. Люди объединились, чтобы рассказать другим и передать вот этот посыл про солнце, про любовь, про эти вещи. То есть я почувствовал именно вот эти моменты. Конечно, перечитаю с удовольствием еще тексты, вникну в саму суть.